Профком студентов устраивает для вас день донора с МГТУ, уже ставшей доброй традицией нашего вуза. Причем уже второй раз нашими партнерами выступает Союз машиностроителей России. Приходите все, сдавайте кровь, ведь ваша кровь может спасти чью-то жизнь. А помимо этого вас ждет настоящий праздник. Глеб Козлов, студент второго курса факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского государственного технического университета, сдает кровь уже в шестой раз. В первую очередь это, конечно же, желание помочь людям, стремление быть полезным как-то в обществе. Ведь, ну, страшно подумать, беда может приключиться с каждым, с ребенком, там, с каким-то пожилым человеком, еще с кем-то, и, ну, может не хватить каких-то миллилитров крови, и именно поэтому мы идем и сдаем кровь. Ведем за собой людей. Вот у нас приходит первокурсник, но мы сразу говорим, вот день донора, говорит, ребят, приходите, поможете, все хорошо, весело, здорово. Глеб мечтает стать инженером, занимается спортом. Он обладатель черного пояса по карате. Его благородный поступок послужил примером. Студенты вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Не смогла пройти мимо и первокурсница Полина Купцова. Это что-то, нечто больше, чем просто сдача крови, да, там надо, потому что это что-то внутри, и мне очень это мотивирует. В мире очень много нуждающихся, и почему бы нет, почему бы не помочь, если у тебя есть такая возможность. Я здорова, и я готова помогать людям, я хочу им помогать. Медработники старались максимально оперативно и аккуратно выполнить все процедуры, а организаторы акции сделали все, чтобы донорам было комфортно. Играла музыка, участников акции угощали горячим чаем, шоколадом и сладкой ватой. Всероссийским союзом машиностроителей.